Приветствую всех на своем канале, с вами Людмила. Сегодня у меня обзор из Магнит Косметик, товары недели, только до 30 апреля. Сегодня у нас 24 апреля. Сейчас вместе посмотрим, что стоит на полочках. Прокладки женские, ночные, ультра, Либрес, 220 рублей. 16 штук. Рядышком прокладки Либрес, тоже 220 рублей, здесь 20 штук, с мягкой поверхностью, написано ультра. Это у нас дезодорант Фа в ассортименте. Здесь есть нежный аромат цветов хлопка, белого чая, аромат манго и цветка ванили, 140 рублей. Флакончики 150 миллилитров. LCF. Здесь у нас и шампунь, и бальзам восстанавливающий. Тоже в ассортименте. Сейчас все они по 300 рублей. Сейчас покажу. Это у нас глянцевый блеск шампунь, экстракт розы. Ценные масла, восстанавливающий бальзам для поврежденных волос и рядышком восстанавливающий шампунь для поврежденных волос. Шампунь питательный, легкий, и рядом бальзам, ценные масла марулы и камелии. Легкий питательный бальзам, ценное масло кокоса для тонких сухих волос и шампунь точно такой же. Это у нас балансирующий шампунь. Три вида глины для волос жирных у корней и сухих на кончиках. На нижней полочке стиральный порошок Тайд, 6 килограмм, 800 рублей. Это у нас Вернель, суперконцентрат детский, 480 рублей. Вернель свежий бриз, суперконцентрат, 480 рублей. Так, 2,73 литра. Фейри, 500 миллилитров, 190 рублей в ассортименте. Чайное дерево и мята, ромашка. Аромат розового жасмина и сочный лимон. На нижней полочке у нас формы для запекания. 250 миллилитров, 100 рублей. Удобно печь пасочки. Так и написано, для пас. Так, это у нас бумага. Туалетная папия. Три слоя. 180 рублей, 8 рулонов. Жироудалитель для плит и духовок, 180 рублей. Уникум. И рядом средство для чистки акриловых поверхностей, 190 рублей. На этом я свой обзор заканчиваю. Спасибо за просмотр, комментарии. Всем желаю удачных покупок и хорошего настроения. С вами была Людмила.